Всем привет! На днях доработал освещение рабочего места. Добавил вот этот светодиодный прожектор. Все нормально, все хорошо, но есть одно но. Сейчас я покажу, в чем проблема. Включаем. И вот что мы имеем. Вот это у нас светодиод, вот это отражатель, рефлектор. Отражатель не отражает. Такая проблема у всех светодиодных прожекторов. Проблема вот в чем. Вот этот светодиод нужно немножко приподнять. Или же опустить рефлектор. Сейчас попробуем. И вот так. Приподнять светодиод не получится. Значит, что? Значит, нужно немножко доработать вот этот вот рефлекторчик. Не знаю, получится, не получится. Но попробовать надо. Попробуем немножко подрихтовать. Отражатель сделан из алюминиевой фольги. Немножко опустим. Включим, посмотрим. Тот же самый эффект. Отражатель не отражает. Сейчас отключим свет. Продолжаем эксперимент. Немножко подрежем. Нужно немножко изменить наклон. Я так думаю. Попробуем на резине. Вот что получается. Проверим. Эффект тот же. Не отражает. Что делать? Продолжаем эксперимент. Включаем. Что-то не то. Приподнять светодиод не получится. Может быть, какую-то стекляшку наложить. То же самое. То же самое. Светодиод должен отражаться рефлектором. Попробуем сделать вот что.
вот такие маленькие углубления. А может, даже нужно сделать выпуклости. И здесь. Подключаем. Не пойдет. Может сделать маленькие бугорочки. С этим сложнее. Так, проверяем то. Не получается. Попробуем так сымитировать. Вот такой должен быть угол. Так, если так, маловато будет. Немножко отражает, но этого мало. Уберем все пупырышки. Попробуем стеклышко сделать немножко больше. Вот так немножко отражает, да? Отражает, но не везде. Для того, чтобы рефлектор отражал, светодиод должен быть повернут в другую сторону, к отражателю. Только так, а иначе никак. Ничего не вижу, насмотрелся на яркий свет. Ну, так оно и будет. Что ж ты тут сделаешь? Сделаем так, как было. Да, кстати, многие считают, что светодиод дает большую температуру, и вот эта пленочка может расплавиться. Это не так. Давайте включим и проверим. Температура 29 градусов. Оно еще немножко пусть нагреется. Мы тогда проверим. Прошло около 5 минут. Проверяем. Сорок пять градусов. Больше уже не будет. Как и было, как и есть. Ну ничего, мы это переживем. Всем спасибо. Ставьте пальцы. И всем пока.